друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале «Хутор Стуканов». Краснодарский край, за столом, у нас завтрак. Сейчас поедим, и сегодня я хочу заняться электрикой в мастерскую, но это не точно. У нас сегодня хорошая погода, тепло, все балдеют на солнышке, да, Альма, хорошо, скажи, вот так. С утра все вышли на солнце, валяются, греются. А Люська спит. Люсь, какая погода хорошая, ты спишь. Давай вылазь. Давай вылазь. Вылазь. Чё ты спишь? А? Солнышко на улице, тепло так, а ты спишь? В куртку закуталась и спит. Да, потягухи скажи, вот так. Да. Вылазь, Люська. Хорош спать. Все вон на солнышке греются. А ты спишь, да. Кто там? Козлы там, да? Звери какие-то невиданные, Люська. Скажи, сейчас бы их потискать, пообнимать. Сегодня даже Максика вынесли на улицу. Макс. Кто там хрюкает? Столько мух, просто кошмар. Проснулись. Где-то они спали всей толпой. А сейчас проснулись. Летают, жужжат. Алекс сегодня электрик. Будет проводить электричество в мастерскую. Ну, хотя бы розетку пока. Вот отсюда будет добавлять автомат один и вести провода. Люську выпустили погулять, да, Люся? Сейчас побежит. Куда ни попадя, да, Люсь? Люся, туда не лезь. Люся! Полезла к свиньям в ведро. Ну, тазика мало, что ли? Люся! Не лезь туда. Винтусы Люську испугались. Она пролазит между этими решетками. Люська между прутьями пролезла к Альме, заскочила в будку, все нормально, исследует новые территории. Сейчас что-нибудь найдет там.
Так ты вверх пускай. А ты ее на будку посади. Лизка. Ну, что ты не играешь с пузырем? Что ты нашла? Люся. 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 Альма, что ты меня толкаешь? Вкусные печеньки, собаки. На, еще одна. Люся, печеньки тебе, на. На, Люся. Люся, иди. Ест сушки. Молодец, Люська. Все любят печеньки. И еноты, и собаки, и козлы. И я. И Алик тоже. Он говорит, и я. Чё, Люсь, ешь. Зубки-то острые. Разгрызает нормально. Вот так. Вот вкусно. Молодец. Правильно, надо помыть, Люсь, прежде чем есть. Поехали в удобную. Да. Алику надо кое-что купить. Что тебе надо купить? Мне надо выключатель купить. Два автомата. Потом коробку под автомат. И провод полтора на два для освещения. А мне надо Wildberries и Вазон. Да? Да, забрать заказы. У нас, кстати, вот что на улице сегодня. 15 градусов показывает, наверное, не видно будет. Что-то они мелкие. Китайцы нарисовали, да. Вот это все крупно, а это мелко. В общем, 15 градусов в машине показывает, а на градуснике показывает еще больше. По-моему, 16 или 17. Ну, замечательный денек сегодня, хороший, теплый, солнечный. Жалко, завтра похолодание, да? Завтра похолодание? Завтра, по-моему, холоднее уже будет. Несколько дней, короче, будет холодно. На следующие выходные что-то там 15-16, что ли. Ну, послезавтра вроде как дождь стоит, 4 капли. А может, и снег будет? Может, снег. Но дождь нужен. У нас земля сухая. Дождь прям нужен. Если вот я смотрю зимой, ну, в зимние месяцы, были дожди возле Краснодара, там, в тех районах, что уж заливало там людей. У нас вообще не было дождей. Ну так, может, чуть-чуть прокапает и все. Так что, друзья, ждем. Ждем дождей. Ну показывай, Маргарита. Что там? Давай посмотрим. Что там? Расскажи, да покажи, что ты тут. Упаковано. Обычно в Азоне не упаковывают.
как, знаешь, кинут в коробку. Ну, это Wildberries. Это Wildberries, да. Кстати, на Wildberries, по-моему, дешевле. Ну, наверное, что-то дороже, что-то дешевле. Ну, да. Надо смотреть и там, и там. Ну, продвинутые люди так и делают. Еще не откроешь. Что это? Мицеллярная вода. Не бачу. Так, и что это такое? Арик не понимает. Это для... Какие-то женские приблуды? Для снятия макияжа. А-а-а. Понятно? Пахнет чем-нибудь. Кокосиком. Кокосиком? Угу. Я выбирала по отзывам. Не знаю. Сама еще такой не пользовалась. Попробую. А, пахнет классно. Вот такая водичка. Ну, проезжаем одну остановку. И вазон. Я покупала мицеллярку, кстати, в Магнит Косметик. Ну, какая-то она вонючая. Мне не понравилась. Ну, не очень. А это вкусно пахнет. Приятненько. Так, и что тут? А это тебе надо было идти. А, тут 5 килограмм. 5 килограмм, да. А, что-то мы не подумали. Семена фацелии. Да, друзья, заказали фацелию еще. Потому что сколько у нас был килограмм? Килограмм. Ну, мало как бы, надо вот еще. И будем сеять. И там же еще просеем, где сеяли. Уж взяли, так взяли, да, с хорошим запасом. Да я думаю, что и 5 килограмм это не хороший запас, это так. Ну, накидаем. Едем домой. Удобный вот здесь в центре вот такая площадь, пятачок. Тут куча магазинов разных, полным-полно. Тут и Магнит, и Курганинский, и аптеки. И, короче, много чего есть, и стройматериалы, и банкоматы. В общем, такой нормальный пятак. Приехал и сразу затарился всем. Зарекалась свинья в грязь не лезть, так и я. Говорила, что не буду сажать рассаду, но очень хочется посадить сортовых помидоров, которые на рынке не продаются, рассада. Взяла бычье сердце, юнат зеленый, хочу попробовать, воловье сердце и розовый король. Вот такие томаты хочу посадить. Мне рассаду негде, вообще негде выращивать, но на кухне подоконник освобожу. У меня есть розовая лампа, и попробую там. Вот посажу только помидоры. Никакие перцы не буду, ничего. Хочется попробовать вот такие помидоры, потому что на рынке рассаду продают там в основном мичуринский, кизлярский, там розовый и все, в принципе. А, ну бывают еще оранжевые, ну не особо выбора там. Так что хочется своих помидорок. Сейчас вот вот такие штуки, они без дна продаются, без поддона. И я приспособила вот такой контейнер, ну, чтобы когда поливать, чтобы подоконник не заливался водой. Посажу вот так. И еще у меня такие есть. Ну, не было выбора. Мы в Отрадную ездили. Алик там по электрике покупал. И заехали в магазин. И выбора там не было. Вот только такие были. Попробую что-нибудь придумать. И... Не знаю, хватит ли мне места на подоконнике, на кухне. Там, в принципе, самое светлое место. Ну, не знаю. В общем, посажу пока чуть-чуть, посмотрю, сколько места останется. И если что, еще досажу. Ну, хотя бы по несколько кустиков таких на пробу. Алик делает проводку. Кинул провода сюда, к мастерской. Вот сейчас здесь автоматы, розетки. Трасса, которую Алик делал, готова. То есть вот этот компрессор, он будет стоять на месте, таскать его никуда не надо. Вот трубка здесь он сделал, купил шланг. Вот этот он продается как по метражу. И шланг этот идет вот сюда. Ну и пошел туда, 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 поверху. То есть с этой стороны будет выход. И с другой стороны. С этой стороны я пока не сделал еще. Угу. Мне пока главное там, сзади, чтобы мне... Тут пока я могу шланкой отсюда кинуть, но вообще в будущем хочу в углу вывести. И там вот уже готово. Если буду красить вот этот свинарник, то мне оттуда 20-метровый шланг будет очень удобно.
А я не поняла, что ты в мое кресло сел? Это же мое кресло, директора. Было твое, стало мое. Было ваше, стало наше. Алик тут работает, а я сижу, это, руковожу. Кресло руководителя. Осталось выключатель сделать, чтобы тут свет был. Поставить диван, телевизор и запишусь в диванные войска. Будешь диванным экспертом? Да. Комментатором, критиком и все такое. Буду во всем разбираться и все советовать. А ты еще под лампочки будешь провода проводить, да? Да. Ну, сейчас. Маргарите в магазине говорю, мне нужно в мастерскую 3 плафона. Она говорит, обойдешься 2 лампочками или чем? Ну, короче, пока, значит, такие подвесим на стяжках. Ну, плафоны успеешь купить, все равно, что тебе ничего не готово. Да. А то сразу все покупать накладно, постепенно не так накладно. Ты не проголодался? Уже час, как думаю. Да, значит, сейчас пойдем обедать. А что на обед у нас? То же, что и вчера. А я забыл, что вчера. Суп куриный. О, нормально. А вот результат моей работы. Ну, конечно, не с таким шлангом, а с длинным, с 20-метровым. Подходишь, туда не надо заходить, шланги там тянуть. Вот так просто берешь, вставляешь, все, и что-то красишь, что тебе надо. Потом раз, хоп, все. Ну, здесь надо какой-нибудь шланг надеть, чтобы не пачкалось там, мухи не залетали. Ну все. Удобно же, удобно. Внутри ничего там, никакие шланги не болтаются. Все как бы вот снаружи. Вот так я приспособила рассаду. Вот сколько у меня получилось. Ну, может быть, туда еще что-то влезет. Там кусочек остался свободный. Ну, не знаю. И вот лампу повесила. Вот такая лампа. Сейчас попробую включить. Это я покупала 2 года назад, наверное. Вот так. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, я не поздно посадила. 6 марта успеет все вырасти. Теперь будем ждать всходов. А в какие-то ячейки я посадила прям штук по 10 семян. Если что, потом рассажу. Свинтусы проголодались. Комбикорм они. Я им сейчас и мочу. Но с водичкой разбавляю. Добавляю чуть хлебушка. Сухого молока еще. Да, сухое молоко, мясокосную муку. Хлеб я стараюсь им прям вот в жижу размять, потому что если его не размять, они хлеб выедают, а комбикорм оставляют. Вот, сухой комбикорм они плохо едят. Ну, пока вот, пока так. Картошки, ну, картошки ее там осталось совсем немного. Но сейчас они привыкнут к картошке, а потом что ее, покупать что ли по 27 рублей за килограмм? Ну, как-то дорогая свинина получится. Поэтому пусть привыкают есть комбикорм. Ну, скоро трава пойдет, крапивка. Травку тоже даем им, вот эту мокрицу. Сейчас буду сажать укроп. Немножечко посажу. Вот здесь 3 возле петрушки. Это вот конец огорода. Что-то у нас ветер поднимается. Наверное, к перемене погоды. Ну, пока больше ничего не буду сажать. Только укропчик. Салаты всякие, наверное, я сажать не буду. Потому что мы их так особо не едим. Не знаю даже, может, если только рукколу посажу. Я ее люблю, Алик не любит. Вот так. Укроп тоже будет долго всходить. Это какой-то узбекский. Взяла семена попробовать. Вот. Ну и все, сейчас засыплю. Перчатки неохота одевать. Я так аккуратненько. Перегной старый. Сколько ему, наверное, 3 уже, наверное. Да? Ну, это самый нижний слой. Сверху-то еще солома там. А снизу уже перегнил. В огуречник закину. А потом, когда буду сажать рассаду,
тоже буду добавлять. Тут что, козий да бараний, да? Да. И я думаю, знаешь что? Скорее всего, вот в том парнике, вот который дальний вон там, угу, где палки лежат. Скорее всего, я там сделаю компост. Как думаешь? А он как парник уже не будет? Нет. Да я не буду там ничего. Я там сажала же огурцы, ой, эти помидоры на рассаду, а я их посадила в эти. И не буду я его использовать. Наверное, сделаем как компост. Может, нарастишь чуть-чуть еще, если получится. Он вонять-то не будет у нас тут в самом начале огорода? Не знаю, да не должен. У всех же на даче есть компост, Алик. Ну, он где-то по углам там. Ну и что, у людей вообще там... У нас получается в самом центре. У людей вообще по 4 сотки есть, и ничего не воняет. Ну, у нас-то не по 4 сотки. Ну, у нас ну дело есть, тебе хочется там делать, делай. Сделай, а больше негде. Тем более, вон, готовый короб же есть. Надо оттуда выгрести все, там же тоже навоз у нас. Да. Выгрести оттуда на огород, а уже складывать туда компост, да? Возможно. Так, что я сделала? Я посадила укроп, я показывала, и раскидала нитромофоску на чеснок. Ну и так по огороду чуть-чуть, вот тут только. И под деревья чуть насыпала. У нас обещают дожди скоро, завтра. И снег. Да. И чтобы она растворилась. Вот я весной только вношу ее, и все. Больше я ее не буду удобрять. Я знаю, что это нитраты могут из-за нее появляться в овощах. Поэтому ее либо осенью, либо ранней весной. Вот я ранней весной немножко добавляю. Все. На этом стоп. Чеснок. Чеснок у меня что-то сохнет. Вот такой. Вот, покажи, желтеет. Желтеет и сохнет. Вот он. Вот. У тети Поли получше чеснок, но у нее тоже кое-какие есть такие. Она говорит, это либо из-за мороза может быть, либо из-за золы. Ну, не знаю, из-за чего это. В общем. Да ладно, вон соседка все время золу сыпет. Да все сыпет. Да. Ну, короче... Что-то чеснок дохленький. Не знаю, вырастет ли он вообще или нет. Ну, будем надеяться, что вырастет. Я много посадила. Вон. Жалко будет трудов. Друзья, я сегодня Алику ногу растирала. У него что-то заболело. У меня есть бальзам. В Таиланде я покупала голубой для ног. И, в общем... Эй, чья тапка? Отдай. Пришел Вискас, снял с Алика тапок. Ну, запах-то есть этого бальзама. И, короче, вот он кайфует. Вискас. Вискас. Нали. Вискас. Вот ты прям, у нас одни гопники тут. То козлы будку отожмут, то Вискас тапок с хозяина снимет. О, все, с ума сошел кот. А я сначала думаю, я только что помылся, новые носки чистые одел. Думаю, что-то он мои носки лобзает языком. А он вот, запах, все, теперь понятно, в чем дело. Вискас, решил понаркоманить, что ли, а? Кошара. Я не пойму, там мята, что ли, есть? Ну да, пахнет мята. Ну вот смотри, носок. Сейчас опять будет. Ну он вроде как пахнет каким-то, как бальзам звездочка, типа того. Ну, я тебе скажу, холодит. Холодок такой на ноге. Ну да. Ну, Макс балдеет от хлорки. От запаха хлорки. А Вискарик вот бальзам понравился ему. Ну что, опять Вискас? Ну, короче, сейчас с тебя и носок снимет. Ну все, Вискарик. Теперь будем знать твои предпочтения. Ароматические. О, ну все, сейчас носок с тебя будет снимать. Вискас, глаза бешеные такие. Ложись давай, спи. Ну что, Маргарита, заходи в коптерку Алиича. Темно же. О. Пока все по-колхозному.
Пока на потолке мне пистонов не хватило, я так на стяжках. В смысле делал. Пистонов не хватило? Сказал бы мне, я бы тебе вставила. Ну, вон там, видишь, временка такая. Да. Завтра все это доведу до ума. Сегодня мне просто чисто надо было хотя бы свет подключить. Пока он на таких скрутках, не изолированных. Вот тут тоже все на скрутках. Этот автоматы все нормально подключил. Короче, еще одну лампу. Вот. Будет тут вообще хорошо. Диван еще остался. Диван. По-домашнему, по-уютному. Вот сюда. Ну, здесь столы будут. Хотя можно вот какие-то стеллажи перенести сюда. Например. Стеллажи выкинуть, диван поставить. Стеллажи сюда, диван сюда. Да, а что, летом здесь уютно. У нас вон матрас есть. Нары себе сколочу. Буду здесь отдыхать. Диванным экспертом подрабатывать. Да. Вон еще этот колеса надо переобуть. Времени нету. Пора уже на лето. Давно уже пора. А мы шипы порастеряли, да, половину уже? Ну, не половину, там, может, пару шипов выпало. Короче, на лето переобуемся. И будет уже полегче ездить, поспокойнее. А то на каждом повороте стараешься сбросить скорость. А я же езжу так, аж пиджак заворачивается. А приходится на поворотах сбрасывать скорость, чтобы беречь шипы. Ну и вообще тормозить не так энергично. И разгоняться. У нас все, друзья. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо, что поставили лайк, написали комментарий, подписались и нажали колокольчик. Все, пока.